руководством Шикуру и Вайшнавов мы совершаем Раджамандала Прикраму. Храм, куда мы пришли, называется Аштасаки Мандир. Кто такие восемь сакхи Шримати Радхарани? Бригада Упанишада. Объясняется, что когда Кришна стоит под деревом желания на Голоке Вриндавана и желание в его сердце совершить расатанец, но он не может его совершить в одиночестве. Тогда его желание как бы раздваивается. Его желание обретает как бы внешнее, то, что Кришна видит все в свете этого желания, атмосфера Вриндавана. Видит Шримати Радхарани, которая является обителью премы. Радха означает та, которая служит Кришне наилучшим образом, когда она собирает цветы, чтобы плести гирлянды для Кришны. И также служит ему разнообразным образом. Имя Радха, которое означает... Кришна сам лично поклоняется Шримати Радхарани, и та, которая поклоняется Кришне, ее зовут Радха. И та, которая поклоняется Кришне, ее зовут Радика, которая одновременным образом также служит Кришне. И то, что она дарует Кришне, в олицетворенной форме, являясь обителью премы, она служит Кришне. Кришна подобен тамаловому дереву в Вриндаване. Когда дерево выглядит прекрасно, и лиана обвивает это дерево, и тамаловое дерево обвивает лиана, которая является Шримати Радхарани. Но если она украшена листочками, цветочками манджари, она выглядит еще прекраснее. Поэтому лиана — это сама Шримати Радхарани, а листочки и манджари, которые цветочки распускаются на лиане, они придают ей особую привлекательность. Это ее сакхи, манджари. Кришна сам лично в своей высочайшей форме совершает прекрасные игры. И вот Джалани Ламани Шрупа Госвами объясняет, что означает сакхи, что такое гамсакхи. Их достаточно, их очень много, различные служения они выполняют. И также есть служанки, посланницы Шримати Радхарани, которые постоянно воспевают славу Шримати Радхарани для того, чтобы привлечь чувство Кришны. А перед Шримати Радхарани прославляют Кришну для того, чтобы еще больше повысить ее чувство любви и встречи с Кришной. И они помогают Радхе Кришне встретиться. Эти сакхи, они настолько совершенны в том, что они могут обмануть мужей. И, как вы знаете женщины, которые очень искусны в этом. Раджа-гопи обладают этим искусством. Они являются те приятные, возлюбленными Кришны, но они являются женами кого-то еще для того, чтобы паракия раса состоялась. И поэтому они очень искусны в том, чтобы обмануть членов всех своей семьи. В шастрах также объясняется. Все эти аштасаки, которые служат Шримати Радхарани, в этой шлоке объясняется Лалита, в чем заключается ее служение, божественной чете. Она приготавливает пан и предлагает Радхе и Кришне. И когда они жуют этот пан, их губы становятся алыми.
Просто когда они жуют этот бетели, поэтому ее зовут Лалита, та, которая смешивает все эти прекрасные ингредиенты сложения и совершает его абсолютным образом. Она украшает кунджи цветами. Она настолько совершенна в декорации, когда она использует цветы. Она украшает также Шримати Радхарани Кришну цветами. Ее зовут Лалита Сакхи. А Вишакха? Какое служение Вишакхи Деви? Она накладывает сандаловую посту и украшает прекрасным образом лица Радхи и Кришны. Шешашакха — это, например, как дерево. Вы не можете забраться на дерево и просто схватившись. Однажды друг Кришна Гала сказал: «Я знаю, как прочитать твою руку». И он начал рассказывать по ладони Кришны о том, что на озере этот лебедь, который является в женской форме, она не может достичь этого озера. Кто это такая? Кришна — это тот, кто является этим озером премы, которому нет дна. А Шримати Радхарани, она является белоснежным лебедем, который купается в этом озере. И поэтому, по милости Вишакхи Деви, мы можем достичь Радху и Кришну в этом озере, служа им. Судеви означает та, которая всегда преподносит воду Радхи и Кришне. Кто такая Тунгавидья? Она очень прекрасная танцовщица, очень искусна. Аранга Деви Сакхи. Она очень искусна в пении. Она поет мелодичным голосом. Она знает очень многие араги, например, как Манасасаровара, большое озеро, и там очень много течений подводных, которые в конце концов впадают в океан. И поэтому Шримати Радхарани сравнивается с океаном. И вот Асаки — это ее течение, которое достигает океана любви Шримати Радхарани в своем сложении. Точно так же, как сердце, которое является самым важным в теле, и в конце концов все, что происходит, все проходит через сердце, вся эта кровеносная система, которая снабжает весь организм необходимым воздухом и пищей, и точно так же раса, она проходит через сердце, сердцем расы является Шримати Радхарани, через ее сердце все остальное перетекает к ее сакхи. Без Шримати Радхарани ее раса танец не может состояться, он не может достичь особого наслаждения. Поэтому Шримати Радхарани служит Кришне в бесконечном в форме своих сакхи и также манджари. Потому что без них раса не может достигнуть на высочайшей точке наслаждения. Мы все находимся в группе Лалита и Сакхи. Имеется три выдающиеся сакхи. Лалита, которая является одной из выдающихся, и Манджари, Рупа Манджари, Ананга Манджари также являются
и Лаванга Маджари. Лолита, она имеет 8, но 3 из них также самые выдающиеся, точно так же. Под руководством этих 3 Манджари все служение Радхи Кришне происходит в Гаане Лолиты. Мы все принадлежим к этой группе. Шилалита Сакина является йоги Кинкари. Мы находимся под ее руководством. И под руководством духовного учителя мы пришли сюда, в этот Аштасакхи храм. И мы должны молиться лотосным стопам духовного учителя. И также этим Аштасакхи, выдающимся служанкам Шримати Радхарани. Как Шри Бхактивинода Тхакур в этом бхаджане. Радха Кришна Пранамура выражает особое настроение служения Радхи и Кришне, что она является праной, жизненным воздухом. Бхактивинода Тхакур выражает в этом бхаджане, как все сакхи служат Шримати Радхарани через этот бхаджан. Он объясняет. Вот там Прабхуджи также спел прекрасный бхаджан Шрила Бхактивинода Тхакура. Радха Кунда Тата на берегу Ямоны. Точно так же, как лотос, его лепестки. А в центре его окружают лепестки, а в сердцевине находится Радха и Кришна, а вокруг эти лепестки подобные сакхи, 8 сакхи, которые служат Радхе и Кришне. И по милости 8 выдающихся сакхи Шримати Радхарани мы можем достичь служения Радхе и Кришне. И поэтому, молясь, вначале мы должны молиться лотосным стопам духовного учителя. Мы не можем напрямую обрести милость Радхи и ее сакхи, но по милости духовного учителя мы не можем напрямую прийти к Такурджи. Вначале мы должны обрести настроение предания, шаранагати, лотосным стопам духовного учителя. Без и тогда Гурудев приведет вас к Парам Гурудеву, Парам Гурудев приведет вас к его Гурудеву, и затем по Гуру Парампаре мы придем к Шри Рупе Госвами. И затем Лолита Сакхи спросит, откуда эта девочка пришла? Она спросит, Рупа Манджари привела ее. И тогда Рупа Манджари предложит эту удачливую девочку, предложит Лолита, а Лолита познакомит ее, приведет в Кунджу, где Рада и Кришна встречаются, и она будет служить под руководством Лолиты Шри Рупы Манджари и своего духовного учителя. Она будет служить на Кунджу Лили Радхи и Кришны. Поэтому для этого вы должны обрести настроение предания духовному учителю, тогда Гурудев будет вести вас постепенно-постепенно к служению Радхи и Кришне. So from the morning, we went to places, but not in English. До этого никто не говорил на английском языке, поэтому я хочу немного рассказать. А в этом месте, куда мы пришли сейчас. Вначале мы пришли в Калина-гат, где Кришна сокрушил Кали-демона, Кали-змея. И мы слышали прекрасную катху, которую сказал Шридхар Махарадж и Шипад Бхактивиданта Вана Махарадж.
одну историю, которую поведал Шилавана Махарадж, рассказывает о Прабхананда Сарасвати, который Кришна Лили является Тунгавиде Деви. И также мы видели Вишаку Индулекху Чампакалату, Читра Чампакалату, а затем Тунгавиде, которая очень искусна в танце. Тунгавиде. Она очень красиво танцует. И Саки также танцуют, но она является ведущей. И также Прабхананда Сарасвати, мы пошли в то место, где он слышал баджан, и самадхи его находятся. И также недалеко место Белангалтакура. Он пришел во Вриндаван, когда Кришна привел его. Хотя он был из брахманической семьи, вы слышали историю. Но из-за плохого общения он покинул семью и обрел взаимоотношения с девушкой легкого поведения Чинтамани. Но когда она отвергла его, в тот день, когда отмечали Шрадху в его доме, он покинул место, где собрались брахманы, и ночью отправился встретиться с Чинтамани. В это время шел сильный дождь, и река разлилась, и невозможно было пересечь реку. Но он был настолько погружен в красоту Чинтамани, и он не мог совладать своим чувством, не мог остановиться, и ничто не могло быть препятствием. Он увидел бревно, сел и как-то пересек реку, которая разделяла. Затем он поднялся на холм, где находился дом Чинтамани, и он увидел, что ворота закрыты, и невозможно было проникнуть во двор. И он увидел змею, которая свисала с стены. Но это веревка.